Подосиновик это подосиновик. Смотри, подожди, подожди, давай снимем. Смотри, о, смотри какая. Вообще, смотри, а вот тут ты прошел, смотри. Вон он. А там сколько? О, какие они красивые. Вот они подосиновички. Вот он, красавчики. Вон, видишь сколько? Видите сколько? А такие. А тут вот вообще просто чудо. Видите? Вот видите, какие они. Вот. Три сидят. Три красивых. Ножка толстая, толстая. Вот они какие красивые. Вон еще один. Видите? Ножка вообще толстенная. Толстенно, толстоногие. А тут целых три. Целых три. Видите, как он все растет. Вон. Ну вот. Такая тут тайга. Видите? Видите? Вот один, второй, третий. Вот четвертый. Тут вот видите как. Да ты вообще, Ваня, ты и тут не видел. Ты посмотри, там вообще сказка. Четыре штуки вот сразу. Там три. Ты смотри какая. Вот. Четыре, пять, шесть, семь, восемь. Вот смотри, смотри, вот он. Вот он. Вот он. Конечно, вот снимаю. Один. Надо по всей пройтись. Вон они как растут. Вот это настоящая девственная тайга. Можжевельник, сами подумайте. Вот, видите? Красавчик. Ребята, вы зачем эти грибы собираете? Я собираюсь, ну что ты дайте детям? А зачем они? Ну пускай дед с вами где. Вот во. Они не соберут. Ну что они сейчас будете делать? Что вы с этими грибами делать-то будете, а? Мы сейчас будем дичь готовить. Да, дичь. С грибами! Смотрим. Семечки, по-моему, есть, да, семечки. Вот, надо будет собрать. Тут сразу смотрим. Вот. Чернику кто будет есть? Эй, чернику кто будет есть? Смотри, сколько! Вот, чернички, видишь? Кустик. Сейчас отберем. Совочек надо. Дима! Оу! Ругается. О, угощайтесь для вас. Ты уже камеру, сейчас, господи, сейчас. Дима, потом будешь сейчас снимать. Черника, вот какая крупная, хорошая ягода. Вон она, красавица. Вон ее все полностью. Дальше речка. Веники. Ну вот такая вот изба тут. Место вообще. Речка. Ты какой?